красивые книги, в которых мы печатаемся, в которых собраны очень интересные авторы. И темы там разные развиваются. Сейчас я прочитаю стихотворение не из сборника, а просто познакомлю еще вас немножко со своим творчеством, немножко в другом направлении. Пишу я не только о нашей родине, но и о воспоминаниях и фантазиях бывают разные у нас. Сейчас прочитаю стихотворение «Париж для нас». Париж совсем-совсем не скромный, он слишком вычурный для нас. Он для любви такой огромный, но как без счастья, без прекрас. Скамейки, голуби повсюду и поцелуют перезвон. А счастье вертится по кругу, то снег летит, то летний гром. Париж бывает слишком серым, но так горит его нутро. Мы на асфальте пишем мелом, с тобой, Париж, так повезло. Еще одно стихотворение из этой же серии. Я в Париж хочу, хочу в Париж, посмотреть на Эйфелеву башню, побывать для каждого престиж, пропитаться куртизанской страстью. За любовь там отдавали жизнь и гуляли часто по Бродвею, где к поэтам приходила мысль, на художника французский ветер веял. Я в Париж лечу в своих мечтах, и неважно, сколько в нем пробуду. Жалко, что он только в моих снах, но сердечко говорит, что там я буду. Еще одно стихотворение «Парижский дождь». Париж, Париж, вонзился башней в небо, пронзил холодное его насквозь. Промчался дождь, Париж под пленкой серой, асфальт промок, и на деревьях дрожь. Париж заплакал, значит, есть причина. В огромном небе скопилось много слез. Он все равно для всех неповторимый. Промыть все крыши, самый чистый дождь. В наших книгах представлены стихи, конечно, о нашей родине, о наших березах, о наших реках, о наших людях. И нам очень приятно писать в наших книгах о наших людях. Очень душевных, скромных, веселых, грустных. И мы хотим передать в своих книгах, в своих рассказах, в своих стихах немножечко свою душу и рассказать немножечко о вашей. Спасибо.